красавица. К нам подошел чувак, вот. Виталий, и сказал: а, вы же из Дунаевки оркестра, завтра за меня Станислав получает премию. Вот этот Виталик самоуверенный не получил сегодня премию. Лох, ему посвящается песня. Да. Виталику, который не получил премию, посвящается. Ну, я обещала посадить песню, поэтому. Жил-был на свете Виталик. Он не получил сегодня премию. Всегда один. Сидел за партой, девочки не замечали. Виталику предпочитали других плохих, крутых мальчишек. Но по ночам Виталик садился за книжки. Он так мечтал. Тоже плохие мальчишки, но
пока. Виталик ложится спать. Виталик умеет ждать. Вечером школьные танцы. Есть у Виталика шансы успеть сказать «люблю». Так нелегко, когда над тобою смеются. Ты не спеши, попробуй еще раз начать. Ведь надо мечтать, надо мечтать. Ведь надо мечтать. Следующую песню по традиции объявляет наш гитарист, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии на Маховой. Немногие ее закончили, немногие прошли этот путь разврата и похоти. Алишер Умаров. Да. Это композиция о женской силе. Композиция называется «Новый чай». Гульнар, можно сказать? Да, я Гульнара. Но я напряжен, в незнакомой комнате сижу, обношу порванной одежды, разбит левый глаз. Вспоминаю, что могло случиться сейчас. 3 часа назад на остановке к тебе 3 хулиганов подошли к темноте, чтобы прямо здесь остановить криминал. Я не растерялся и вовсю закричал: «А-а-а-а! Чего хотите? Девушка, бегите!»
попробовал им что-то сказать. Как начали ребята на мне танцевать. Первые удары я пытался терпеть, а потом почувствовал, могу и умереть. Я бы никогда не победил бы в этой драке, но девушка достала из сумочки лычаги. Очнулся, меня кто-то поднял, мило улыбнулся и нежно прошептал. Как исполнитель своего мастера айкидо, сам будь юджитсу, карате и дзюдо. Если хочешь быть таким же сильным, как я, завтра на занятия приходи.